Это район Улус, название. Улус, перевод означает национальности. Значит, каждый район, дорогие гости, имеет 39 районов, имеет свой муниципалитет, свой мэр районы. Кроме этого, во времена выборов, когда выбирают, мы, кроме районного мэра, выбираем и городского мэра. Значит, городской мэр управляет именно городом Стамбула, а районы управляют именно этого района, в котором имеют они границы. В самом большом районе живут 4 миллиона людей, а в самом маленьком районе 18 тысяч людей. Здесь еврейское кладбище справа проезжаем. И здесь справа за стеной находится болгарское консульство. Болгария входила в Евросоюз, вы знаете, поэтому и с визы должны все посещать Болгарию. Видели, какие очереди для визы, чтобы взяли визы на Болгарию. По-моему, Россия тоже с визы посещает Болгарию.